Итак, я решил посмотреть, кто же у нас лучший мобильный игрок. И для этого я составил топ, в котором 5 мест. Все будет происходить так. Я называю ник игрока и дальше перечисляю его достижения и заслуги. Вставлять видео я буду только проверенную информацию. Итак, 5 место у нас занимает игрок под ником CVMC. Он пришел такие демоны, как Васуретта, Каваретта, Sonic Wave, Factory, Real X. Его место неоспоримо, так как он первым в мире прошел Васуретту. И пока что он единственный, кто это сделал. Но 4 место у нас занимает игрок под ником Кс... Короче, вот этим ником, который вы видите на экране. Его слуги будут посерьёзнее, чем 5 места, так как он прошел Sonic Wave, Digital Descent, Artificial Ascent, Audio The Rebreaker, Bloodbath, The Hell Zone, Subsonic и еще кучу других демонов, которые входят в топ. В общем-то, очень скилловый чел. И 3 место у нас занимает игрок под ником Noxop. Этот человек первым в мире прошел Ятагорасу и помимо этого прошел очень много серьезных демонов, такие как Sonic Wave, Sonic Wave Rebirth, Artificial Ascent, Audio The Rebreaker, Blade of Justice, Endless Dream и Subsonic. Думаю, чувствуется слэйер высокого уровня, не правда ли? Второе место для меня было спорным, но все же я решил поставить сюда игрока под ником Zental. Если сравнить его с Noxop'ом, то Noxop это ребенок, который только зашел в ГД, потому что Zental в первом мире прошел Crimson Plant, и это уже достойно второго места. Так как на данный момент КП это топ-1 демон в мобильном листе. Но это даже не все его заслуги. Также он в первом мире прошел Каваретту и Зиро Акаби. В общем-то, не человек, а первый в жизни. Ладно, мы не будем задерживаться и перейдем к первому месту и узнаем, кто лучший. Внимание, первое место у нас занимает игрок, который прошел множество демонов первым. Почти во всех уровнях 100 подрасти мобильного листа есть его ник в списке прохождений. И это Дэши. Возможно, неудивительно, но его достижения должны услышать все. Hyper Paragosm, Arctic Lights, Generic Wave, Sonic Wave, New Record, Sonic Wave Rebirth, Hyper Paradox, Erebus, Erebus Remake, Bowser Vortex, Supercom Hell, Audio The Rebreaker, Bloodbath. Он это не просто прошел, он прошел это первым в мире. 12 уровней из топ-30 он, можно сказать, верифицировал для мобильного демон-листа, а помимо этого он прошел Каваретту. И это даже не все, он поставил 41% на Firework и 66% на The Rapture. Это просто невероятно, а его достижения же можно говорить бесконечно, но думаю, на этом нужно закончить. В процессе того, как я делал это видео, Дэши еще сделал 46-100 на Фриджайле, 28-100 на Разерапчере и также 99 Акура Сирана на Слаутер Хаосе. И это еще больше меня заставило поставить Дэши на первое место, потому что потом начались споры, когда говорили, что Дэши не топ-1, Дэши топ-2. Но теперь я точно уверен, что он топ-1.